Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в игру Blood and Soul. Приятного вам просмотра. Брат, часто мне снится, но в последнее время это грустные сны. Что это у вас в руках? Клевер? Мой брат его очень любит. Все верно. А вы знаете дальчина? Это очень красивые цветы. А, спасибо вам. Куда же он запропастился? Чудесная сегодня погода, не находите? Вы путешествуете? Тогда вам обязательно понравится наша свиноферма. Ох, слава богам! Бонду предупредил меня, что вы исполняете поручение главы Альянса. Боюсь, новости неважные. Пару дней назад связной Альянса угодил в лапы имперцев. К несчастью, с собой он нес секретные документы. Если мы не сумеем их вернуть, под угрозой окажется не только вольная община, но и весь Альянс. Нужно действовать, пока воины Империи не покинули свиноферму. Другого шанса у нас может и не быть. Сейчас я не вправе собой рисковать. Вам придется взять это на себя. Спасибо. Все важные документы попадают в руки главы экспедиционного отряда. Расправьтесь с ним и верните бумаги. Это вопрос жизни и смерти. Я хочу кое-что сказать вам. Друг мой, вы ведь тоже недолюбливаете имперскую армию? Отлично! Тогда вы не откажетесь выполнить мою просьбу. Из-за имперских солдат стало страшно выходить из дома. Ходят слухи, что они в сговоре с негодяями из морского братства. Вот бы доказать, что это правда. Я давно искала человека, который сможет это сделать. И, кажется, наконец нашла. Отправляйтесь к юго-западу отсюда и сразитесь с имперцами. Пусть не думают, что могут здесь хозяйничать. А потом поговорите с солдатом, который пьянствует в трактире. Воспользуйтесь случаем и попробуйте выведать его секреты. Когда мы узнаем правду, я придумаю, что делать дальше. Мы больше не можем жить бок о бок с этими негодяями. Этой жизнью-то назвать сложно. Прошу вас. Помогите вывести их на чистую воду. Будьте осторожны.
моя выпивка, выпивка! Да как вы посмели спрашивать об этом? Ничего не скажу. Лучше принесите мне вина, скорее. Что? Да как вы посмели спрашивать об этом? А его невеста... ничего не скажу. А кто? Ходят тут всякие. Как вы разбушевались-то, а? Опять вы про пиратов заладили. Это секретная информация, ясно? Я ни слова вам не скажу. Ну ладно, так уж и быть, ваша взяла. Ходите тут, потрясаете кулаками. Если хотите знать, я скажу. Итак, мы заодно помогаем друг другу. Мы орудуем на юге, а эти типы из морского братства на западе. Зачем собачиться друг с другом, если можно договориться и вместе обстряпать дельце другое? Не хватало еще помереть в глупой драке. Мы рискуем жизнью, а кто нам за это скажет спасибо? Лучше решить все миром. У пиратов свои интересы, а у нас свои. А теперь катитесь отсюда и делайте вид, что мы с вами знать друг друга не знаем. Ну что, он признался? Так значит, все эти слухи правда? Ужас! Кто бы мог подумать? Теперь все ясно. Ух, я этого так не оставлю. Извините, это пока тайна. Я ничего не могу рассказать, но мы еще встретимся. Большое спасибо за помощь. Обещаю, в следующий раз я обязательно расскажу подробности своего плана. До встречи, друг! Уже вернулись? Удалось отыскать документы? Скорее, дайте на них взглянуть! Ничего важного. Просто весточка родным. Я надеялась, что там будет хоть пара слов о лидере. Я говорю о Хенгыне. Это глава вольной общины. Поэтому заключать союз без него просто немыслимо. Недавно он бесследно исчез.
Нужно разыскать его как можно скорее. Поспешим в лагерь вольной общины. Вдруг у них есть новости. Следуйте за мной. Осторожно.
предмет для задания. Ну как, странник, нравится вам здесь? Делайте вид, что это просто беседа. Разговор с спутником не вызовет подозрений. Все указывает на то, что Хенгвина похитили. Если бы он погиб, мы бы уже знали об этом. Нужно выяснить, чьих рук это дело. В лагере Империи Пун все спокойно. Значит, за похищением стоят клыкастые вепри. Это банда заключенных, которые живут в окрестностях в облике свиней уже сотни лет. Когда-то их прогнали отсюда люди, основавшие свиноферму. Вепри постоянно теснят местных жителей в надежде вернуть свои земли. Уверена, это их рук дело. По счастью, мы приставили к ним шпиона. Под видом свиньи. У вас будет возможность убедиться. Отправляйтесь в логово вепри и найдите Уичанама. Он введет вас в курс дела. Просто разыщите говорящую свинью.
получен новый предмет для задания. Сюда и носа не показываю. Вас отправила ко мне Ганок? Если хочешь стать хорошим шпионом, нужно забыть, что притворяешься. Иногда я и сам не помню, что рожден человеком. Клыкастые лепри принимают меня за своего. Мне удалось беспрепятственно осмотреть почти все. Кроме одного закоулка. Внутри есть таинственная пещера. Ее тщательно охраняли. Мне так и не удалось узнать, почему. Но вдвоем мы сумеем это выяснить. Следуйте за мной. Идите скорее за мной. Что такое? Тут никого нет. Значит, клыкастые вепри ни при чем. Ганок должна об этом узнать.
вошел в игру. Вы пропадали! Видите? Там притаились дикие волки. Представляете, они приняли меня за свинью. Я слишком преуспел в искусстве маскировки. Иногда я сам боюсь своих способностей. Хм, к чему этот странный взгляд? Вы же видели, как ловко я удрал от них. Ладно, сейчас не время ссориться. Нужно как можно скорее рассказать обо всем Ганок. Thank you.
Как великодушно с вашей стороны спасти свинью, угодившую в колодец. Спасибо. Ума не приложу, что случилось с Хенгином. Вам стоит отправиться туда, где его видели в последний раз. Сама я не могу расспрашивать людей. Это покажется странным. Представьтесь странником, и помощники главы вам все выболтают. Поговорите с Сэхуном. Это наш управляющий. В его ведении находятся все земли, принадлежащие вольной общине. С недавних пор в деревню приходят странники, которые бегут от войн и разрушений. Советую вам притвориться одним из них. Тогда вопросы не вызовут никаких подозрений. Хорошо бы захватить с собой вязанку хвороста. Неподалеку стоят старые идолы. Их давно пора пустить на дрова. Вообще-то это дело поручили членам общины, но... Это самый простой способ расположить Сэхуна к себе. Желаю удачи! Друг вошел в игру.
Вы отправили приглашение в группу. Что вам нужно? Как вы здесь оказались? Добротные дрова. Но очень вовремя. Я как раз собирался отправить кого-нибудь за хворостом. А, вот оно что. Ну уж, сейчас все только умеют, что мечами махать. Что ж, это похвально. Думаю, вы быстро освоите новое ремесло. Учтите, чтобы работать у нас, нужно разрешение главы и вольной общины. Я сожалею, но сейчас его нет на месте. Как вы нетерпеливы. Сперва докажите, что умеете работать в поле. Сами понимаете, я же не могу просто так поверить вам на слово. Мне придется вас испытать. Давайте-ка посмотрим, на что вы способны. Начнем с того, что должен уметь каждый земледелец. Сейчас как раз пора посева. Помогите-ка нам обработать вон то поле. Задание проще некуда. Справились с заданием? Неплохо. Все
сделано как надо, но на земледельца вы все-таки не похожи. Тому, кто еще вчера размахивал мечом, в поле не место. Но не волнуйтесь, я найду вам какое-нибудь дело. Ступайте-ка в подземную мастерскую. Лидан Вон, наш ученый, недавно обмолвился, что ему в помощники как раз нужен бывший воин. Тем более, что вокруг мастерской шатается шайка пиратов. Избавьтесь от них. Заодно и Лидан Вону поможете. Ну как, идет? Что ж, на сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.